Всем-всем большой привет! Я сегодня попала в магазин Fix Price и хочу поделиться с вами своими покупками. Пошла я туда специально. Последнее время у многих девочек на канале я вижу органайзеры, акриловые органайзеры, которые стоят 55 рублей в Fix Price, и во всех других местах, где их можно найти, они стоят в разы дороже. Но я тоже с надеждой бежала в свой Fix Price. Думаю, найду я у себя тоже хотя бы один из двух видов, которые я видела у девочек. Но нет, у нас их не только нету, даже не привозили. Ну, может быть, еще появятся. Но, насколько я знаю, когда их выкладывают, сразу же разметают. Поэтому, кто еще не знает, заходите в свои Fix Price и спрашивайте у продавцов. Возможно, вам повезет больше. Давайте покажу, что же купила я. С пустыми руками все-таки я не ушла. По своему обыкновению я снова взяла макароны. Когда я там бываю в Fix Price, мимо никогда не прохожу. Уже все знают, что Pasta Collection. Эти макарончики я беру всегда. Это самые выгодные и при этом хорошего качества и вкусные макароны. Из продуктов я взяла еще всего одну, правда, в этот раз лисму. Крепкий бергамот. Мне там нравится еще чай Тесс черный с чабрецом. Но вот сегодня я его, к сожалению, не взяла. Взяла одну всего лисму. И из еды повторила тоже уже ставшее моим любимым печенье. Вот в такой оно интересной коробке. Вот так смотрится и называется. Печенье сахарное, сеточка с шоколадом. Свежее оно 25 октября изготовлено. И срок годности у него 400 грамм здесь. Ну и срок годности 6 месяцев. Ну то есть достаточно свежее. Прошлый раз, когда я покупала, я его специально дегустировала перед съемкой. Поэтому сегодня я этого делать не стала. Ну, потому что точно уже знала, что оно вкусное и классное. 50 рублей стоит. Чай и макароны по 25 рублей каждое средство. Взяла я большую пачку от Кате влажные салфетки, антибактериальные. Они и кожу очищают, и бактерии убивают. Но я эту пачку взяла, чтобы у Максимки на столе лежала, и он стол протирал. Руки и стол, потому что бывает, что кушает за своим рабочим столом, за компьютером, и очень хорошо, когда сразу под рукой есть что протереть. Ну, сам стол, чтобы никаких бактерий не оставалось. Такие салфеточки. Для своей работы. Многие знают, что я работаю с клеевым пистолетом. Я делаю заколки, игрушки. Поэтому взяла еще стержни. Самые выгодные стержни именно там. Единственное, что я немножко попортила свой пистолет. Он у меня, наверное, доживает. Как-то полезла за пистолетом доставать его, а он у меня горячий. То есть, каким-то образом включился. Видимо, ближайшие предметы там нажали на кнопочку, и он у меня, видимо, очень долго простоял включенный. Сгореть не сгорел, но вот как-то повредился, и теперь не так клеит, как хотелось бы. Но, тем не менее, вот стержни я прикупила. Буду работать дальше, пока на таком боевом. Из нужного специально тоже искала. Это шторка для ванны. У меня в ванной есть шторка, но у нас ванна стоит не очень удобно. Ну, ванная комната сама раньше не была предусмотрена, чтобы ставить ванны сами. И поэтому ванна стоит прислоненная к одной стене, и три боковинки у ванны открыты. Шторка, которая у нас там есть, она закрывает две боковинки. И вода попадает все время на пол, в третью сторону. И вот придется такой вот шторкой закрывать последнюю сторону. И тогда уже не будет таких брызг, и не придется после мытья себя отмывать еще и пол, на который натекло. Вот такая вот шторка. Она маленькая, не маленькая, она тонкая, но мне как раз вот и надо всего лишь там небольшой отрезочек защитить от воды. Поэтому хорошая. Расцветки были разные. 50 рублей шторка. Следующее будет интересное.
увидела я блокноты, которые хотела давно взять. У меня один такой блокнот уже есть, но другой орнамент, другой рисунок. В этот раз увидела в 4 дизайнах, но понравился всех больше вот такой с розами. Вот видно тут, да, птичка такая. Он весь блестит, красивый. Открывать, наверное, пока не буду, потому что один я взяла себе, а один на подарок. Ну, давайте откроем, почему не буду. Свой-то я же могу открыть, да, вот один на подарок и один себе. Посмотрим, в клеточку он там или так. По-моему, в клетку. Очень приятная на ощупь. Попробую поближе вам показать. Такая металлизированная. Вот сама обложка приятная. И вот такой стандартный блокнот. Дата, страница. И в клеточку. Клеточка нестандартная, мелче обычный, которая в школьной тетради. Вот такой вот блокнотик. Моя ладошка. Симпатичный, конечно. Были еще с листиками. Еще вот такие, ну не знаю, мне вот этот всех больше понравился дизайн. Мне еще нравится дизайн, который я ранее покупала, но сегодня я его не встретила. Блокноты, которые я буду показывать, все по 55 рублей. Еще два блокнота я взяла вот в таком дизайне. Они по размеру уже идут меньше. Сейчас мы тоже один поставим, а один откроем. Очень красивый, весь блестит. Весь золотой. Вот так он смотрится. У него позолоченные края. Видно, да, красивый. Магнитная застежка. Вот так вот. Тут кнопочка в виде бабочки. И обычные белые. Это тоже под золото. Но очень солидно, конечно. Вот не скажешь, что фикс прайс. Обычные белые листочки, но вот такие вот. Золотые края. Как подарок, мне кажется, и на стол положить блокнот для записей очень приятно. Листочки вырываете, пишите себе записки, какие необходимы, и вот такая красота у вас лежит на столе. Бесподобно, конечно. 55 рублей, вот кроме как в фикс-прайсе, больше нигде не купить. И еще один взяла уже с птицей, с попугаем. И вот такой блокнот там был открытый. Если бабочка открывается вот здесь вот конвертиком, то этот открывается вот отсюда. Откидывается, и он тоже на 4 стороны. Ну, в общем, далеко открывается. А по системе-то там то же самое. Позолоченные края и чисто такие бело-желтоватые листочки. Этот открывать не буду, потому что, ну, скорее всего, я этот оставлю себе. Вот. Ну и последнее, что мы сегодня купили. Я была с ребенком. Он долго себе бегал, выбирал, что ему хочется. Остановился себе вот на таком спрее. Это цветной спрей. Им можно рисовать на снегу, на стеклах, на стенах. И он смывается. Ну, вообще он рассчитан, наверное, на праздник, да, чтобы вот стекла, окна разрисовывать. Давайте я вам так покажу поближе. Что он как бы безопасный, смывается, тут все написано. Вот такой вот. Были они разноцветные. Так, я вам все покажу, чтобы увидели тут, как детям написано «беречь от детей, играть им нельзя». То есть, если ребенок будет что-то и рисовать, то под вашим контролем. Цвета были разные. Белый, малиновый, зеленый, синий. Ну, может быть, еще какие-то. Но вот я запомнила, по крайней мере, эти. Там, слышите, болтается то, что размешивает. Он прям легенький. Так, где тут миллилитры? 250 миллилитров. Я взяла с собой чистый лист бумаги. Давайте посмотрим, как он распыляет. Стоит ли такие вещи брать? Он стоит 50 рублей. Надеюсь, я сейчас спецэффектов не устрою. Тут, кстати, вот смотрите, еще одна защитная штучка. Колпачок. Вот.
А то сейчас буду вся зеленая сидеть. Может быть, вторую камеру сразу поставить на меня. Ну что, поехали. Сколько там сантиметров? Мы взболтали. 20-30 сантиметров. Ну, бойтесь. Я начинаю. Ой, мамочки. В общем, вот так, смотрите. Как мелом посыпано получается. Видите? Это все дело может высохнуть потом. Вот оно тут с боков уже высыхает. Небольшой-небольшой запах имеет. И неярко, ну, как бы цвет не сильно яркий. Получается вот как бы рисунок разводами, вот такими вот, как крошечками. Будет очень красиво. Я думаю, на стеклах красиво можно так вот рисовать разноцветные блики. Вот так издалека. Ну, к счастью, спецэффектов мы не устроили. А то я люблю это дело. Вот. Вот такие у нас были покупки. Надеюсь, я была полезна. Ну, хотя бы ради блокнотов стоило идти. Я рада, что я их застала. Был привоз именно блокнотов. И вот этого было у нас очень много. Выбора самого было много. А вот контейнеры, органайзеры, очень жаль, что не получилось их застать. Но я думаю, их вообще застать, даже если привезут, очень сложно. Это такие вещи объемные, их немного будут выкладывать, и сразу наверняка люди будут разбирать, потому что вот была бы я там, я бы минимум 4 взяла, чтобы 2 было мне, и 2 хотя бы на подарок. Ну, а таких, как я, каждый. Ну, все, не буду больше томить. Если хотите, могу показать чек. Ну, цены я вроде бы все озвучивала. 55 только сами блокноты, все остальное либо 25, либо 50 рублей. Все. Ну да, все то же самое остается. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. И всем пока.